первых числах апреля решили пойти посмотреть, начинается разлив или нет. И к нашему удивлению, на озере с левой стороны было огромное черное пастообразное пятно неизвестного происхождения. Как будто оно с неба на озеро упало, поскольку снег уже растаял, а на земле ничего не было. Лед начал от озера отходить, не было возможности подойти его тоже поближе, потрогать, посмотреть, что это. Черное пастообразное пятно размером приблизительно 40 на 40. Растаял лед, пятно растворилось, и озеро наше порыжело. И куда вы сообщали об этом? В прокуратуру, в МЧС. Одни говорят, это не наша проблема, другие говорят, это не наша территория, обращайтесь к другим. Ну, в общем, круг замкнулся. Будем пытаться найти хотя бы источник, откуда это все получилось. Будем, не знаю, собирать коллективное письмо с жителями, потому что мы там все купались. Люди поливали огороды. Дети ходили, играли. Ну, кто-то там рыбу ловил. Мы сами там эту рыбу ели из этого озера. Там рыба была очень много. То есть оно у вас не заброшенное? Нет, оно было не заброшенное. С хорошей рыбой, там линии, щука водилась. Вот на самом деле линии были очень хорошие, красивые. И все дети купались? Все дети, взрослые, купались. И также ее использовали как техническую воду, да? Да, для полива огорода. Соседи качали.